Андрюх, ну что, скажи пару слов для истории. Я прям готов к зимней поездке. Да что, нормально, я думаю, не поеду. Не, главное вечер, если вечер есть, то я смотри, что делаю. Вова, ты что делаешь? Смотри, все по правилам. Кристина, смотри, нос красный уже. Я говорил, шапку хватит. Эй, чувак! Чувак! Давай, вот, стоп.